Доброго времени суток всем, добрые наши волшебники. С вами, как всегда, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья. С наступающими вас новогодними праздниками. Конечно, будет еще ролик. Обязательно вас всех поздравлю. Спасибо, что откликаетесь. Спасибо, что помогаете. Спасибо, что со мной. Но у нас стоит питание. Все оплатили, передержки. Ребята в больнице пока оплачены. Вот. Купила зайкам на новогодний стол. Двух баранов мне привезли на каши. Буду варить каши. Вот. Но уже опять в одном из магазинов у нас 25 тысяч висит долг. Ну вот, потому что оплатила все-все долги. Все-все долги благодаря вам, благодаря вашей помощи. Не очень хочется идти в Новый год с долгами. А сегодня я хочу обратиться к вам. Сейчас 10 праздничных дней. Я очень хочу, чтобы вы не забывали о приюте и чтобы помогли нам с финансами на питание. Хочу сказать, что вчера прямо села буквально и посчитала всех-всех своих собак, которых я кормлю. Их 203 собаки. 203. Это вместе с бездомышами. У бездомышей очень много щенков. И они находятся в более опасном состоянии, нежели мои в приюте. Это собаки, которые выживают каждый день. И эти отравления в городе, они не прекращаются, к сожалению. Это очень больно. Но каждый раз приезжаю к бездомным и понимаю, что сегодня, может быть, я покормила их в последний раз. Так и получается. Моя такая большая дружная семья. Не оставьте нас, пожалуйста, на праздничные дни без питания. Мы все надеемся на вас и на вашу помощь. С большим уважением к вам, волонтер бездомных животных и приюта «Твори добро» Наталья.